Тарифы на электроэнергию могут снизиться. Вероятность этого не исключает Госкомцен Якутии. Напомним, на днях по инициативе правительства республики Госдума в первом чтении рассмотрела законопроект о внесении изменений в федеральный закон об электроэнергетике. Этого удалось добиться благодаря долгой и кропотливой работе, заявил глава Якутии Егор Борисов. Выравнивание энерготарифов на Дальнем Востоке до среднероссийского уровня может положительно сказаться не только на экономике крупных предприятий. В Госкомцен республики предполагают, что федеральным центром могут быть приняты решения в интересах предпринимателей и, самое главное, населения. Добавим, что выравнивание тарифов на электроэнергию на Дальнем Востоке планируется начать с 1 января. Делать это будут за счет незначительного повышения цены для потребителей оптового рынка электроэнергии в остальной части России. Утверждаем тарифы по старой схеме, но как и раньше делали, так и сейчас делаем, да, и до нас доведены предельные индексы Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации. Предельные индексы такие, что для юридических лиц тарифы не повышать, а для населения повысить на 3,8%. Связано это в первую очередь с тем, что для населения у нас тарифы действуют на уровне в 2 раза ниже, чем для юридических лиц. А по законодательству, по методикам, по всем, да, у нас должно быть одинаково. И вот поэтому, чтобы вот потихоньку догонять вот этот уровень, поэтому и дается вот такой предельный индекс, что не повышать населению нельзя. Это решение не наше, это решение Федеральной антимонопольной службы.